всем привет. Едем по городу Юрмала. Едем далеко, в город Огры. Хорошая погода у нас. Это Майери, центр города Юрмала. Главная дорога, улица Ленас, да? Улица Ленас. У нас еще только-только начинают желтеть листья на деревьях. Еще нет золотой осени, но скоро будет, и будет очень красиво. Смотри, вот это кафе работает, да? Элина, да, все работает, еще кафе, рестораны. Это Дзинтари. Мост через железную дорогу, вот он так красиво украшен цветами. Красиво очень сейчас, просто хочется снимать и снимать. Но на видео, конечно, я увижу, что там все темное. Даже цветов не видно. Здесь красиво в этом районе. Очень красиво. Вот у нас это город. Вот. Это Булдари. Здесь у нас аквапарк Ливу. И все, выезд из Юрмалы. Река Лелупы. Это граница Юрмалы. Едем сейчас в направлении Риги. Так, едем в город Огры по объездной трассе. Как бы объезжаем Ригу. Да, мы объезжаем Ригу, потому что это будет гораздо быстрее, чем ехать через весь город. У нас еще такая зелень кругом. Все зеленое. Поля, деревья. Да, и едем через Саласпилс. Покажу немного Саласпилс, но только проездом. Заезжать мы туда не будем. Проезжаем виадук. На Йелдау. Ну, да, в сторону Литвы идет дорога. Да. Да. Ехали на круг. Слева Кеково, где курицы делают. Справа у нас что? Бауска. Каунас опять направление Литвы. Так вот, здесь движение такое довольно интенсивное для воскресенья. Фуры идут, вот везут очень много фур. Фуры все здесь ходят у нас. Везут в Ригу. Нет, это уже не в Ригу едет, это уже едет в Таллин, наверное. Что-то из Нидерландов. Нидерландов, да, машина? Из Польши, да. Ну да, везут фрукты, наверное, овощи. Нам у нас-то не хватает. Не, ну в Нидерланды, так они кормят практически весь мир. Так вот, машина едет из Германии. Интересно, что они здесь делают у нас в период. В этот период, все знают, какой период, не буду называть слово. Ну, смотри, сколько тут фур, да? Вот. Фур, это же трасса такая. Да, это трасса здесь. Вот уже дамба. Сейчас вот на этот пригорочек въедем, и будет очень красивый вид сверху. Водохранилище. Вот оно, водохранилище. Какое, да? Как, не знаю, как море. Там такой перепад. Да, перепад. И там вообще ничего не видно. А здесь вот, как высоко вода стоит. Немножко спускают, да? Да, там вот река. Я помню, здесь шла, вот оттуда, да, и до Саласпилса. Боже, как я долго шла. Когда проезжаешь очень быстро. Саласпилс,
3 километра. Даугавпилс 219. А Таллин отсюда 321 километр. Какие развилки настроили, да? Раньше такого не было здесь. Было все очень просто. Я когда-то жила в Саласпилсе, 5 лет прожила. И это место очень хорошо знаю. Ну, фур, да, сколько? Очень много. Я говорю, я отвыкла от этих фур. Не наши все, да? Это все идут европейские фуры, да? Все везут. Ну, это вот точно они, наверное, едут на Таллин, да? Ну, кто куда? Это же дорога и куда? И на Даугавпилс? Ну, дальше. На Даугавпилс, да. Кто куда? Все, вот въезжаем в Саласпилс. Ну, мы только мимо проедем по трассе. Вот слева. Слева все вот эти застройки советские, девятиэтажки. Справа здесь тоже настроили. Тут ничего не было раньше. Сейчас заправки, строительный магазин здесь. Вот, все там пусто было в советское время. Кто помнит, кто жил, кто уехал отсюда. Вот эти дома, они здесь были. Но сейчас вот здесь так все красиво. Их сделали, облагородили, так скажем. Облагородили. Так лучше видно, что все зелененькое. На Тали. Прямо Даугавпилс, Москва. А, прямо Даугавпилс, Москва. Трасса. Москва, как написано на каком-то знаке. Москва. Хотя по-латышски Москва называется Маскова. Здесь супермаркеты у нас понастроены. Реми, Максима. Ну это окраина. Ну окраина города, да. Но мы сейчас въедем в город. Я снимала уже эти места. Но я в город вообще не въезжала, только проезжала. А сегодня мы хотим так основательно здесь погулять. Мы, конечно, по делам едем. Ну, дела мы быстренько сделаем и проедемся по знакомым местам. У тебя вообще это места родные, можно сказать. С детства ты тут жил много, да? У бабушки жил. На каникулах. На каникулах. Здесь протекает река Огра, тоже живописная река очень. Вот сейчас мы въедем, город налево, справа Даугава. Ай, дождик пошел. Вот только дождика нам и не хватало. Ну вот он, наверное, такой незатяжной. Тут тучка какая-то нашла. Ой, тут, конечно, тоже очень живописно. Огра вообще такой прелестный город. Очень красивый. Потом переезд это там. Ну, сейчас мы въедем с этой стороны, да? Посмотрим. Вот универмаг этот большой. Да, это старый там универмаг, я его помню, да. Вот здание красивое, да? Смотри. Подожди, так это вокзал? Вокзал с правой стороны. Вот это? Да. Вот нет, это? Нет, нет, вот там это, дальше вокзал. Да, а что здесь? А, здесь, посмотри, как здесь перерыли, да? Да. Ой, как же нам тут теперь утонуться? Угу. Ну, тут что-то будет очень-очень. Не, ну мы можем на ту сторону сейчас переехать. А, ну да, и вот это вокзал очень красивый. Я так хотела вокзал снять. Да, красивый вокзал. А вот это тут все еще старое. Все, вот это я помню, эту улицу. Часто ходила, потому что здесь универмаг был с правой стороны. Да. Вот он, да, вот этот вот серенький. Этот да, вот этот серенький, это универмаг. Тогда такой, а сейчас смотри, тут тоже магазин ДГС, second hand. Вот он, универмаг. Он тогда такой был очень популярный. Здесь много хорошего товара продавалось.
это мы уже едем, можно сказать, по центру города Огры. Здесь очень красивая архитектура. Я просто обожаю эту архитектуру. Вот здание банка. Культурный центр города Огры. Да, поедем там дальше. Да. Жилой микрорайон. Здесь фактически город находится в лесу. Очень много зелени. Да, ели. И такая местность холмистая. Поэтому здесь очень приятно жить. Да, лес, деревья и дома многоэтажки. Частный сектор. Очень хорошее место тоже для того, чтобы здесь жить на природе и в городе одновременно. Нет, там уже. Ты здесь жил? Да, я жил, да, чуть правее. Ну вот в таком доме, как справа. В таком справа, домике, красный, да, вот красивеньком, домик, да? Да, точно такой же дом. Ой, какой красивый. Там уже частный, да? Сектор, мне туда уже не заехать. Да, тут уже все так закрыто, тут заборы, все исхожено, да. Много поменялось. Исхожено, да? Да все, ходил. Боже, в каком хорошем ты месте жил. Коров тут пасли. И тут даже коров пасли? Тут было больше 30 коров. Вот, да? Вот такая собирали. Деревня, да, была, да, здесь, да, да? Все коров держали все тогда. Все держали корову. Кто по две, ну тогда нельзя было. По две нельзя было, но держали, да? Держали, записывали там на родственников. Ну да, на родственников вот. Записывали. Да. Официально нельзя было. То есть вот теперь тут уже никто коров не держит. Здесь. Да. Как-то все без коров живут. И вот там дальше, вот за этим. А посмотри, какие прямо сосны, смотри, какие они прямые, это да? Это елки. Это ели, тут да, они так ели. Сказать. Да. Нет, такие прямо как матчи. Вот в Огры в основном ели. Да. А вот за этим лесом, который прямо, да, чуть-чуть правее, если взять, там было большое-большое поле с поворотом, там, да, на, до Нового Огры шло. Ну, вот тут и коров пасли. Вот через этот лесок мы шли, вели всех этих коров. Вот. Ну, чуть правее, да. Какой дремучий лес заехали. Да, такой вот лес. Тоже одни елки, видишь, одни Огры. Одни елки ели, да. Да, вот в Огры строили такие дома, да, красивые, вот почти, да? Во все такие дома у них, да. Да, весь город в таких домах. Вот, очень красивая архитектура. Ну, это вообще уже был курортный город в свое время. Так, мы сейчас едем к речке. Мы подъедем, да? Да, подъедем. Мы подъедем к реке, и там очень красивые виды, я помню. Я хочу еще раз посмотреть.
Кто он? Старый, там вот, старый. вот он. Старый дом. Да, но он не отреставрирован, 25, да, там написано. Он продается, да. Угу. Вот, пожалуйста, покупайте дом в очень красивом месте в городе Огра. Ну, его, конечно, надо реставрировать. А место шикарнейшее. Шикарнейшее, тихо, спокойно, рядом город. Город Огра от Риги находится, ну, сколько примерно, 50 километров, да? Меньше, наверное, 35 каких, да? Да. То есть здесь ездить в Ригу на работу не проблема. До станции? Туда электричка ходит. Отсюда до станции? Отсюда до станции. Всех машины, все ездят на машины. Ты пешком ходил до станции, да? Ну как же мне не повезло, мы подъехали к реке и пошел сильный-пресильный дождь. Но у меня, слава богу, есть зонтик, и я решила все-таки выскочить и поснимать вам эти шикарнейшие виды реки Огры. Посмотрите, какая сказка. Как здесь красиво. Вот там мостик. А что там у них? Интересно, что они там под зонтиком? Что-то там такое. Не знаю, даже... Я сейчас пройду, спущусь, сделаю вид, что я тут гуляю. Заодно узнаю, что там народ столпился. Как они там что-то отмечают. На берегу реки. О. Ну вот.